Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы во все сферы жизни. Так, несколько наших земляков за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности Московская областная дума должна была наградить еще весной, но случилось это только сейчас, на еженедельном оперативном совещании у главы муниципалитета. Знаком Московской областной думы за труды были награждены начальник участка по обслуживанию и ремонту котельных, ЦТП и тепловых сетей поселка Развилка Владимир Цуков и акушерка Видовского перинатального центра Лариса Ханукаева. Должен был вручить еще в мае, но, как вы сами знаете, всяческие ограничения и те обстоятельства позволили это сделать. Ну, награды нашли своих, как говорится, героев. Для потомственного медика, ветерана труда и почетного донора России Ларисы Олеговны это далеко не первая награда. Она начала свой трудовой путь 30 лет назад медсестрой в отделении новорожденных, а сейчас работает акушеркой под руководством главврача Тамары Белоусовой. Благодаря нашему коллективу не хочется никуда уходить и расти дальше и выше. Новое рождение ребеночка. Это как-то вот вторая жизнь твоя, все равно это очень дорого стоит. Также почетной грамотой Мособлдумы был награжден первый проректор Московского регионального социально-экономического института Геннадий Киселев.